Ну и напоследок такая курьезная история, которая для зевак, для зрителей покажется забавной, но вот тем, кто оказался невольным участником, ни капли не смешной. Собака Автохам появилась в одном из дачных сообществ. Она нападает на припаркованные автомобили и пакостит. Отгрызает зеркала, вытаскивает уплотнитель из-под стекол, царапает капоты, бегает по ним. Хвостатую террористку уже отследили по камерам видеонаблюдения, и теперь, видимо, все пострадавшие начнут на нее охоту. На сей раз уже не фотоохота, не видеоохота, а самое настоящее, для того, чтобы отловить и обезвредить этого неожиданного правонарушителя. Мы только призываем, конечно, обойтись без живодерства. Будем следить за этой историей. Ну вот сейчас можно посмотреть, каким образом она расправляется с уплотнительной резинкой на стеклах.